приложить все усилия для того, чтобы столица Кыргызстана преобразилась и стала успешным, комфортным, благоустроенным и безопасным городом. Избранный вами мэр не позже 3 месяцев с момента вступления в должность должен обеспечить разработку и представить на утверждение городскому кенешу проект программы социально-экономического развития города. Такую программу, адекватную всем имеющимся угрозам, проблемам с одной стороны и ожиданиям горожан и имеющимся потенциальным возможностям с другой стороны. Данная программа сегодня как никогда нужна городу. Я внимательно ознакомился с программой, подготовленной группой депутатов. Думаю, что она могла бы стать основой для общей программы развития города. Бишкек сегодня является столицей страны, не только столицей страны, но и центром многочисленных интересов наших граждан и связанной с этим маятниковой миграцией, финансовым транспортом и ресурсным потоком. И мы должны умело использовать эти факторы развития столицы. Основная цель моей будущей программы – это создание устойчивой платформы развития Бишкекской региональной агломерации, включающей в себя столицу с новыми жилмассивами, пригородные территории, спутниковые населенные пункты, связанные с городом экономически, демографически, культурно, трудовыми рынками и транспортными потоками.